Приветствую вас, друзья, меня зовут Конор, мы продолжаем проходить Fallout 4. И я долго-долго шел и дошел до Diamond City, до его рынка. Ладно, шучу, я просто сбагрил все собаки. Hey. Так, стой. Так, теперь забираем. Ой, красную бандану я случайно забрал. Так, теперь... Миниган назад. И красную бандану назад. Да. Все. И теперь топаем. Куда топаем? Стоп, а у нас есть ключ от дома. Собственно, нашего недогангстера. Я думаю, можно пройтись к его дому, знать только бы где он. И в нем спокойненько поспать до утра. Да, я знаю, что у нас слишком много вещей. Так, знать бы, где его дом. Так. Майор. Здоров. Beer in my slippers after this shift. That's all I ask. Я думаю, вот дом где-то наверху, да? Я прав? Хуторана. Нет, не тот дом. Сейчас, плюсик, сейчас все будет найсово. Так, так. Тын-тын-тын. Надеюсь, какой-то из этих домов его. Так, точей. Вот, собственно, и дом. Он даже не красный, можем сюда без проблем войти. Главное, что тут нас никто не встретил. Ох, ни хрена себе у него халупа, блин. Здорово, блядь, ты кто? Ты кто будешь? Так, тихо-тихо. Так. You just heard Billie Holiday. Lucky you. Так. Я так понимаю, там мы все брать не можем. Это плохо. И спать мы не можем, да? Ой. Отмена. Ну, я его убивать не буду. Кровать. Это кровать не считается, да? Ладно. Лодка, блять, пловец. Тын-тын-тын. Че, говорить будем, не? Ну, нет, так нет. Heads up. Можешь его съесть. На-на-на. Иди ко мне, что-то там стало. Я сохранюсь и сделаю пару вот таких вот цельных выстрелов. Как бы еще это все дело. И пойду посмотрю, что будет мне за это. И стоило ли вообще заходить сюда. Так. Тын-тын-тын-тын-тын. Сейчас посмотрим, убьют ли меня или нет. Если сейчас начнут стрелять, то
Да, по мне стреляет, я уже это слышу. Нет? Серьезно? Не, ничего не будет? Мужик. Пожалуйста. Давай, давай договоримся. Давай. Прекрасно, друзья, блять, нас никто даже стрелять не будет. Но я пока спать не рискну. Я тут ждать нельзя, как в третьем. Херово, блять. Судя по тому, что у нас еще никто не проснулся и торговать не вышел, придется нам до утра, я, понятное дело, ждать ни хрена не будем, что, блять, это очень долго. Пойду посплю. Блять, ну у него халупа, это, конечно, пиздец. Я думаю, можно все вещи забрать отсюда. А? Но я пока этого делать не буду. У него тут есть какой-то тайничок, сейф там, я не знаю. Комод. Куски мяса. Стимулятор, блядь. Да тут всего, хоть жопой жуй. А, друзья, давайте поспим немножко. Охренеть, я еще и в чужих владениях спать не могу, блядь, с каких пор. Вас не видят. Так, могу? Нет, не могу. Придется нам ждать до утра. Вот так вот ходить. Еле-еле переставляя ноги. Так, песик. Милый мой друг, иди ко мне. Эй! Братанчик. Ты мой лучший друг. Heads up. Так, обмен. Так. Я тебе скину немножко оружия. Бля, еще. Look alive. Еще. И еще скину. Все. О, вот я и ходить, и бегать могу. Давай, пусть погнали на улицу. Будем встречать рассвет вместе с нашими торговцами, чтобы сбагрить все это дело. Или хотя сейчас рассортируем, наверное. Что нам надо, что нам надо. Хотя я, блин, рассортирую и через секунду забуду. Что и как. Кому. Так что, я думаю, надо надо ждать утра. Блин, я чувствую, нам утра нужно еще ждать еще как минимум часа два. Чё, насколько я помню, по-моему, в часов 8 или 7 выходит, или даже в 9 выходят торговцы. Но в третьем, по-моему, в 7 часов уже все выходили, уже все торговали. Тот же Бар, та же Мойра, Браун. Торговала уже. Можно было зайти стволами с ней поторговаться. Но тут я, честно говоря, без понятия. Так, торгует уже кто-нибудь? Нет. Конечно, не наблюдаю никого. Тан-тан-тан-тан-тан-тан. Газеты уже раздают самого убийца. Бар у нас круглосуточный. О, наш дружище, блядь, не спит. Перси, блядь, ёбаный. Да, у тебя денежки появились? Да. Да,
Много у тебя денежек появилось. Аж ни хрена. Никогда не люблю эти штуки. Ну чё, будем ждать нашего друга. Пока что не знаю, что-нибудь приделать может. Тяжелый корабль. Нужен клей и болт. Нам на карабин, чтобы приделать оптически, нужен клей и болт. Клей, блять, и болт. Привет всем. Школа, блять, школа еще есть. Choice chaps. Does anyone want to know? We have meat. Just meat. Stop asking if we have anything else. Того, что убили, блин. Сюда зайти не могу. Даже замок средний. В принципе, если я вот так вот сделаю. Следовать по пути свободе. Это к чему сейчас было? Чё-чё-чё, будешь? Офицер? Park the car in the yard? How about I hammer you in the heart with a haymaker? Hey, Nat. Hey, newcomer. Free paper on the latest threat from the Institute. Will prove untrue. Then what will you? The Institute? You ain't heard of the Institute, mister? They snatch people up in the night and no one hears from them again. It's all in the paper. Better read up before they grab you, too. Who's gone missing? Drifters, residents, stadium seat snobs. Seems every year or so, someone's gone, and we all know why. So you better be careful, newcomer. The Institute is out there, and they'll grab you too. Like I said, it's all in the paper. Институт, блин. I believe you. Thanks. You're a real lost lamb in the wolf's den, mister. So what are you doing in Diamond City anyway? I came here looking for someone. Let me guess. That someone's gone missing, right? That's what I'm telling you. So who is it? I'm looking for Sean. He's my son. Less than a year old. You have a son, mister? Man, you're old. You're in bad luck. No one tries to find missing people in Diamond City. Missing people means the Institute is involved. And no one's going to want to get the Institute's attention. You're a smart kid. Isn't there someone in town who isn't afraid of this Institute? Well, there is the detective, Mr. Nick Valentine. He's not afraid of anything. If anyone's gonna help you, it's him. Thanks. You were a big help. Спасибо. Institute's out there, newcomer. Watch back. Она сказала, что... Nice night, huh? Что никто не вышел, у меня уже выходят люди, что нашему сыну нет еще года. Но мы ж не знаем, сколько мы проспали еще в той криокамере после того, как его украли. Правильно, правильно. Потому как бы наши взгляды расходятся. Давай, Артур, обмен, у меня для тебя новый товарчик. А у тебя для меня мои денежки. Да, конечно, не шибко у тебя много денег. Ой, блядь, оружие ж не забрал. Точно. Песик, песик. Песик, ты где? Где моя собака? Где моя, блин, собака?
И как мне искать мою собаку? Где она? Неужели она осталась в доме? Вообще вроде не говорил оставаться. Если она сейчас в доме, это будет фейл. Да, она в доме. Что ты тут делаешь? Look alive. Come on. Пошли. Погнали. Все, погнали. Нас ждут денежки. Так. Я бы, конечно, сиганул отсюда прямо на главную площадь, но я чё-то боюсь, что мы долетим не совсем целыми. И даже уже стимуляторы нам не помогут, что мы банально помрем. Ну или в лучшем случае сломаем себе ноги. Но как-то сигать отсюда идея не лучшая. А вот с лестницы на лестницу поперепрыгивать это можно. Бамс. Так, бежим. Песик, ты где там? Давай. Сюда. Ко мне. О, да. Хотя дождешься. Давай, мен. Так. Так. Все. Спасибо, дружище, поносил это все. Давай, Артура, обмен. Да. I've got a few minutes to browse. Don't forget to stock up on ammo. Так, ну пистолет нам не нужны. Да, что-то ты дешево берешь. Однако. Так, стоп, а что у нас? Ноги добавлю, что к тебе? Ган. Так. Что тебе еще продать-то? Пистолет пулемет, у нас 4 штуки. Сейчас смотрю, я знаю, что тут патроны разные как бы. Но... Так, что у нас еще? Тяжелый гладкостный карабин. Так, ну и по-моему все у нас должно остаться. Тут все. Все прекрасно. Так, стоп, у него денег не хватает. Так, не стоп. Так. Ну, давайте ему дадим и заберем пистолетик. Ну ладно. 4 крышечки ему простим. Вот так вот. Все, давай, Артура. Сиди дальше без денег. Так. Мадам. Эй, Мерна. Да, давай обмен. I'll take a look. Sure. Odds and ends. Bob Crosby this time, not Bing. Так. Держи. Да, что-то у тебя по деньгам тоже не шибко много. Ну давай-ка. Мы у тебя возьмем что-нибудь. Оружие. Что у тебя по оружию есть? Ножи всякие, всякое. This radio station here. We don't really make any caps. And there are Понятно. Well, some people help me stay in the air. People like this. Stop in for a drink at the dugout inn. The stories are free, but the moonshine will cost you. Ask for Vadim Bobrov. Урон 37, 308 калибр. Понятно. Скрытые гранаты, мины, пистолет-пулемет с прицелом. С
49. А у нашего 45. Давайте дадим. А этот купим. Отлично. Сделка. У нее еще 150-ка есть. Так, отдаем ей еще товар, который нам не нужен. Так. Что еще нам не нужно? Это надо. Карабинчик. Пистолет, пулемет, мины надо, крышка мина. Ну, тут мы закончили вроде. Давайте по одежде. Тенс. Там с шляпы. Как-то обручальные кольца. Тоже не надо. Так, это все силовая броня. Цена мне чуть не внушительная. Ну, так, да ладно. Очки. А давайте одни очки возьмем себе. Просто по приколу. Так, оружие, одежда, солнечные очки. Так. Костюмы разные. Так, ну вроде все, теперь хлам. Так, бутылки разного рода. Золото. Сколько золота? 3-3, понятно. Так, золотые часы. Канистра. Нахрена канистра. Карандаш. Понятно. Кисть. Кожа нужна. Комбинированный ключ не нужен. Коробки сигарет тоже не надо. Тоже не надо. Кость таза тоже. Кресторез пусть будет. Кристалл понадобится. Так. Лабораторная пробирка не нужна. Лампочки надо. Лапа. Эти лунтики тоже не надо. Масло. Нахрена нам масло. Микроскоп, молоток, мыло, мяч. А все, уже у него уже денежек нету. Чем мы тут хлама понадавали? Еще у тебя забрать? Давайте масло заберем. Хотя ладно. Все, нема у нее денежек. Да и мы избавились немножко еще от хлама. Так, давай. Это его что ли штука? Понятно. Давай, Артуро. Что у тебя есть? Полезного по оружию. С глушителем. Большой мальчик. У меня такой же мальчик есть. Толстяк называется. Да, так. Верный друг. Это который батареями стреляет. По-моему, урон 20. Ни хрена себе ты за него хочешь. А не до хрена ли? Ты хочешь. Я такой уж как-нибудь сам найду. Так. Что у тебя тут интересного еще есть? Да, с ножом присобаченным. Меч. Давайте меч китайского офицера прикупим. Миниган, сколочные гранаты, мины, пистолеты. Прочее. Так, давайте ему продадим мой хлам еще, который у меня остался. Так, масло, настольная игра, вилка, огнетушитель,
Дисковая кнопка будет, вертка, пачки сигарет, все. Пачка сигарет. Это там нам тоже не нужен. Пластиковый нож. Пластмасса, плюшевый мишка. Нам не нужен. Планшет потрепанный. Мешок. Разводные ключи. Еще одна вилка, ложка. Серебряные часы. Еще один нож, сигара. Скальпель нам нужен. Американский флаг будет. Стопка. Удочка нужна. Шкура. Хотя шкуру давайте оставим, знаете, что мне кажется, что нам поможет. Так, где там шкуру я отдал? Так вот, шкура, и давайте оставим топливо. Так, ну вроде все как бы все. 50 крышечек у тебя осталось. Модификации. Что это? Так, а у тебя есть по модификации ничего? Боеприпасы. Артура. Понятно. Железные гвозди. Так, ядерные блоки мне не помешали. Так, ядерные блоки мне не помешали, но я потом их куплю, они мне сейчас не особо нужны. Так. Так, у тебя по хламу есть эти болты? Походу нет, да? Да. Каркасевая броня. 6100. This radio station. Ни хрена себе. We don't really make any caps. And there are Так, что some people help me stay in the air. Все то, что я продал. Оружие мы уже видели. Ну да ладно, у нас уже в принципе времечко, так что, друзья, понравилось видео, подписываемся на канал, ставим лайки, всем удачного дня и до скорого. Пока.